Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. И тема нашего расклада – сила любви. Как любовь изменит мою жизнь? Какой мужчина? Новый человек по судьбе придет и изменит мою жизнь. Принесет в мою жизнь любовь и изменит ее. Итак, мои дорогие, у нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте другое видео. Итак, настраивайтесь на гадание. Ваше состояние на сегодняшний день, информация, по которой вы можете узнать, ваш этот вариант, не ваш этот вариант, подходит вам это гадание или нет, ваш ли этот день вообще для гадания или нет. Девочки, смотрите, я вижу, что женщина очень желает отношений. Вот действительно желает человек отношений. Женщина готова к этим отношениям и желает партнерских отношений. Но на сегодняшний день не видит рядом с собой нужного человека. Те люди, те мужчины, которые приходят, это не то, что ей надо. Сказать честно, она не видит выбора перед собой, она не видит возможности создать нужную пару, не видит возможности создать нужную пару, не видит выбора нужного перед собой. И я сказала бы, что, возможно, у вас были некие отношения, и вы уже, возможно, о них даже и не вспоминаете. Но они оставили в вас некий след. Эти отношения принесли некое разочарование в вас. И впоследствии, когда вы забывали о них, забывали это разочарование, забывали хорошие и плохие моменты, образовался некий вакуум в ваших чувствах. И этот вакуум, он заполнился неким недоверием к мужчинам. И на сегодняшний день у вас тотальное недоверие к мужчинам. Вы не верите вообще мужчинам. Да, вы желаете отношений, вы желаете любви. Я даже бы сказала, что ваше сердце открыто, но сознание ваше, оно срабатывает на то, что мужчинам нельзя верить. Ваше сознание срабатывает, что мужчины обижают, что мужчинам верить нельзя. И даже если к вам проявляется человек с каким-то флиртом, с каким-то комплиментом, вы всматриваетесь ему в глаза с мыслью: «Ты меня обманываешь». Вы ему не верите, этому человеку. И чтобы пробиться к вам, как надо, много усилий. Мужчина считывает вот это ваше состояние недоверия к нему. Он как-то, знаете, начинает чувствовать какое-то как-то себя неуютно. Вот это состояние недоверия мужчины к мужчинам, недоверие к мужчинам. Ну давайте посмотрим. Ну да, да. Оно держит вот это ваше недоверие, оно вас сдерживает. Но вы внутренне, вы прекрасная женщина. Вас как надо, знаете, как надо, чтобы пришел нужный человек, нужного человека, прикосновение нужного человека. Внутри столько страсти, столько огня. Вы знаете, что вот по этой причине вы, возможно, уже длительное время не можете себе партнера найти. Вы об этом мужчине уже и не вспоминаете давно. Вы забыли, вы отпустили его давно, но вот это состояние недоверия, оно осталось у вас внутри. И вы как-то, да, мужчины проходят, и мужчины как-то, и все не то, и все не так, и вы все как-то остерегаетесь мужчин.
Вы остерегаетесь мужчин, вы все как-то не видите выбора перед собой, вы не видите нужного человека перед собой, с которым вы могли бы создать пару. А так хочется этой страсти, хочется огня, но вот состояние страха, что обидят, что как-то предадут в очередной раз. Боже, девочки, такое желание обрести пару. Сильное желание обрести пару. Но вот как вот это состояние, понимаете, как на готове, все время держу меч в руках, все время готова обороняться. Как мне как нужен такой сильный человек, чтобы как держал меня все время в объятиях, чтобы я этот меч даже поднять не могла. Вот страх, понимаете, страх предательства. Страх предательства существует. А так хочется вот этого шанса на истинную, знаете, чтобы как-то дали шанс, чтобы я могла удержать вот этот шанс на эту надежду, этот шанс, эту возможность. Страх какого-то. Я скажу, девочки, что у вас очень хорошие шансы, очень хорошие вот идут карты вам, и пару вы обретете. И вот этот страх какого-то предательства, да, я вот его прям видно, да, что это ваш страх. Вы этот страх, вы прям как меч держите в руках, и этот страх держите в голове. Но жизнь дает вам шанс вот на это вот светлое будущее, на это солнце. Жизнь даст вам вот этот шанс, она даст вам это все в руки, даст вам эту возможность на это будущее и даст вам этого партнера, понимаете, эти карты выпали буквально рядышком, этот человек придет в вашу жизнь. Но здесь, знаете, как буквально мне идет. Такой нужен человек, чтобы как держал в объятиях и не давал даже, знаете, как не давал мне этот меч поднять. Не давал мне возможности усомниться в себе. Не давал мне вот этой мечовой королеве просыпаться, не давал ей просыпаться, не давал вот этим мыслям просыпаться, что-то может быть не так. Вот так вот. Ну, давайте посмотрим дальше. Какой же мужчина придет и разбудит эту силу любви? Давайте посмотрим, девочки. Женщины. Потому что здесь может быть любой возраст, потому что это состояние глубокого недоверия. Оно может быть, как у девушки, знаете, 20 лет, которая может в своем таком нежном возрасте очень сильно обжечься, так и у женщины, уже такой опытной, скажем, которая уже в своем возрасте от жизненных своих шрамов сердечных, такого опыта, сердечного опыта уже имеет. Итак, покажи нам мужчину, который принесет эту силу любви этой женщине, покажет ее. Покажи этого мужчину нам. Ну, я скажу, что его буквально как тянет. Он идет для рода вам и несет очень значительные перемены вам по жизни. Очень сильные арканы идут, смотрите, какие сильные карты идут на этого человека. Ну что ж, девочки, смотрите, я скажу так, человек очень активен. На сегодняшний день этот человек может быть далеко от дома. Этот человек несет сильные перемены вам в жизнь, очень сильные перемены. Можете вы быть сейчас на большом расстоянии друг от друга. Это может быть
и интернет-переписка, знакомство через интернет. Это может быть знакомство через ваших каких-то родственников или знакомых. Потому что выпадает карта древа жизни, может говорить о том, что вас как притягивает, понимаете, как притягивает ваши... Предки могут притягивать. Вы не зря выпадаете так, понимаете? Это вас как человек, как по судьбе идет. И несет он сильные перемены в вашу жизнь. Очень сильные перемены несет в вашу жизнь этот человек. Он может открыть перед вами очень много горизонтов и показать вам целый мир. Изменить ваш мир. Этот человек может изменить ваш мир. Да, я бы сказала, что этот человек открывает какую-то новую дорогу перед вами. Этот человек может вам показать другие страны, другие миры даже. Я скажу, это не значит, что вы... Вполне возможно, что вы можете уехать в другую страну жить к этому человеку. Возможно, вы будете жить, вот, например, даже в той стране, где вы живете. Но этот человек может дать вам возможность увидеть другие страны и другие миры. Возможно, этот человек по королю монет может быть очень даже таким состоятельным человеком, который сможет показать вам мир. То есть вы сможете с ним путешествовать и очень многое увидеть еще в своей жизни. Но то, что этот человек по древу жизни и по башне несет большие перемены вообще в вашей жизни, это точно. И несмотря на то, что вы можете быть женщиной уже в таком возрасте, да, уже почтенном, скажем так, этот человек может так, знаете, ворваться в вашу жизнь и очень ее так существенно изменить, вырвать вас из обычной вашей жизни и изменить эту вашу жизнь. И понимаете, и, например, своих 50 лет вы можете увидеть еще и разные страны, и разные города, и острова, и, скажем так, еще что-то в своей жизни увидеть прекрасного и хорошего. Ну, я вижу, что идут перемены, идут другие миры, идут другие страны, другие берега идут. Как-то человек показывает вам что-то другое, что-то иное, что есть в жизни еще что-то, скажем, кроме той дороги, кроме тех дорог, к которым вы ходите сейчас. Этот человек несет очень такие кардинальные перемены в вашу жизнь. Я скажу, что человек очень активен, идут очень такие быстрые, хорошие энергии. Быстрые и хорошие. Сказать, что он старше вас, но я не могу. Может быть старше, может быть вашего возраста человек, но я не вижу, чтобы младше, и чтоб сильно старше тоже нет. Но вот он вашей категории. Человек, который может помочь финансово не только вам, но и вашей семье. Я вижу, что будут присутствовать какие-то страхи, опасения с вашей стороны, потому что идут существенные перемены в вашей жизни. Этот человек несет какие-то существенные перемены. И я вижу, что у этого человека могли быть какие-то проблемы, скажем так, с бизнесом, с финансами, могли быть. Но вот на сегодняшний день я вижу, что вот ситуация, ну, стабилизировалась, все наладилось, все вот как-то наладилось, все хорошо, знаете, не так оно все было страшно, как оно было страшно, вот так, знаете, как нагнеталась ситуация в его голове. Скажу, что мужчина свободен. Вот помогу, я бы сказала, что человек свободен. Не выпадает таких вот семейных именно карт. Мужчина свободен, мужчина, имеющий некий капитал. Возможно, пережил какую-то стрессовую ситуацию в недавнее время. Могла быть эта ситуация связана с финансами, могла быть связана с какими-то вот семейными обстоятельствами. Но на сегодняшний день вижу, что человек
справился со своими какими-то проблемами, и ситуация у него наладилась. Вижу, что человек крепкого телосложения, мужчина высокого роста, мужчина хорош собой, интересный такой, очень много работает, может работать именно с финансами, купить, продать, какая-то вот торговля, перевозка товаров, очень вероятно, деньги крутятся вокруг него, он как-то вот именно с деньгами имеет много дел, много передвижения идет у него. Много передвижений. Мужчина очень интересен, не сидит на месте, знаете, не такой вот седьмом сидит. Мужчина активный, веселый, с хорошим чувством юмора. Такой, знаете, зажигательный, интересный мужчина. Ищет все время в своей жизни каких-то... какой-то прибыли все-таки, знаете, ищет какого-то, каких-то ходов, чтобы в его жизни становилось что-то лучше. В любом случае скажу, что идет в вашу жизнь именно для построения каких-то семейных отношений. Для семейных отношений. И несет какие-то серьезные перемены вообще в вашу жизнь. Ну что ж, идем дальше. Покажи нам этого человека, чего он вообще желает в жизни. Чего, какой он, чего он желает в жизни, этот мужчина. Угу. Вы знаете, какая-то присущая, знаете, возможно, вот эта ситуация с этими границами, она немножко его сковывает. Он хотел бы больше возможностей вообще в своей жизни. Чтобы как-то подобрать меру и развить какой-то свой бизнес. Я бы сказала, что у этого человека вполне возможно, что есть какой-то свой бизнес. Большой или маленький, но очень вероятно, что этот человек работает на себя. И он много, возможно, путешествует, он как-то крутится, вертится, ищет каких-то вариантов. Я вижу, что мужчина умеет обращаться с деньгами. Очень он богат или не очень богат, но мужчина умеет заработать. Работать денег и умеет обеспечить свою женщину, себя. Такой мужчина никогда бедным не будет. Мужчина по жизни победитель. Мужчина умеет заработать. Мужчина умеет как-то, знаете, организовать людей и повести их за собой. Если даже он работает в какой-то команде, люди сами его выдвигают, сами его продвигают, потому что он может отстоять и свой интерес, и интерес людей, которые работают рядом с ним. Потому я скажу, что мужчина такой, знаете, умеет договориться, умеет отстоять интересы. Пробитной человек, пробитной мужчина. Покажи нам еще его. Угу. Вы знаете, у него, ну, есть желание любви, возможно, да, хочется быть любимым, хочется какого-то счастья в своей жизни. Возможно, было какое-то или разочарование, показывало какие-то проблемы в семейном плане, или было какое-то разочарование в нем. Он как-то стремится к тому, чтобы обрести любовь, обрести счастье. Сейчас он как-то думает о том, чтобы добиться чего-то в своей жизни. Вот он как-то поставил перед собой какие-то цели. Я вам скажу, что есть у него такой момент некого разграничения, свои и чужие. Есть у него такое разграничение, что если ты... со мной, да, это касается людей, которые работают с ним, и женщин, да, если ты со мной, если ты мне верная, ты моя, так он как-то как защищает, это мои, а это чужие, очень какое-то такое четкое разграничение идет. Я вам скажу, что этот человек не потерпит какого-то предательства. Потому, вы знаете, нет, он не будет как-то угнетать женщину в отношениях, нет. Но если вы уходите гулять в бар на ночь,
Он такого не потерпит. Если вы не приходите ночевать, он такого не потерпит. Какие-то глупости, там, звонки, мужчины и так далее, и тому подобное, такого мужчина не потерпит. Если вы женщина, любящая, домашняя, которая не без того пойти к подружкам на кофе, день рождения, где-нибудь выпить с подружками, и вы звоните к нему, приедь, забери меня, без проблем. Но если начинаются какие-то глупости, какие-то, знаете, вывод на какие-то эмоции, какие-то скандалы, мужчина этого терпеть не будет. Если вы его женщина, он для вас все сделает. Если начинаются какие-то качели, мужчина долго не играет, он даже если любит, он в этих отношениях, знаете, долго не задержится. Вообще скажу, что человек ищет какой-то теплоты, нежности. Он желает, чтобы его любили, и он тогда будет очень, знаете, так заботливо относиться. Он щедр к своей женщине, он любящий к своей женщине, но не потерпит предательства. Он не тянет вот эту резину, он как-то сразу будет рубить и заканчивать всю эту историю. Потому я бы сказала, что ему больше подойдет женщина, которая более домашний уют. Вот женщина любящая, женщина, которая заботится о нем, которая имеет свои хобби, имеет подружек, естественно, не без того, но бары, гулянки до утра и так дальше и тому подобное, ну, это не для него. Какие-то скандальные истории и качели, этот мужчина такого терпеть не будет. И разбираться он тоже не будет, понимаете? Это не из тех мужчин, которые будут скандалить каждый день. Он просто развернется и уйдет. Ну что ж, давайте посмотрим. Я скажу, что здесь возможно знакомство на расстоянии. Возможно, интернет-знакомство очень вероятно. Возможно, знакомство через каких-то родственников и друзей. Я бы сказала, что через мужчину. То есть вас может познакомить мужчина. Мужчина может познакомить. Давайте посмотрим. Чем вы его привлечете, этого мужчину? Чем вы, что ему понравится в вас? Его мнение о вас, чем вы его привлечете, этого человека? Вы знаете, что привлечете вы тем его, что вы разные люди вообще можете быть. Можете быть разными, но тем не менее вы очень так привлечете этого человека. Несмотря на то, что он может быть высоким, вы можете быть маленького роста, например, или пышечкой, или наоборот, вы стройненькая, очень худенькая. Ну, покажи нам, чем привлечете. Очень своенравная, свободная, легкая. Женщина, которая высказывается легко. Знаете, возможно, тем, что вы в какой-то степени не навязываетесь, наверное, не пытаетесь очень сильно понравиться, высказываете свое мнение, то, как вы себе представляете то или иное, ну вот о чем идет разговор, вот вы высказываетесь, ему нравится ваш ум, как вы говорите, как вы себя ведете,
некая хитрость ваша, некая острота вашего ума, но вы привлечете его как личность. Да, как женщина вы привлекательна, как женщина вы ему очень нравитесь. И вы знаете, этот мужчина желает некой трансформации вот этого знакомства. Он видит вас, женщину, такую интересную, не просто как сексуальный объект, не просто как приятное знакомство, симпатичную девушку, а женщину, с которой хочется общаться, с которой, вот знаете, вот мысли не покидают о вас. И хочется общаться, общаться и общаться. И утро пришло, и мысли о вас, как и засыпает, и мысли о вас, и просыпается, и мысли о вас. И что сказала, и как себя повела, и как-то мысли не покидают о вас. Вы знаете, что вы очень сильно запомнитесь, очень яркие какие-то эмоции вы вызовете у этого мужчины. Вы знаете, впечатление такая запоминающаяся женщина. Очень чем-то вы ему, вот вроде бы вы и разные люди, но и тем же так интересно общение с вами, во-первых. Во-вторых, та женщина, которая может изменить мой мир, с которой я хотел бы этот мир менять, которая может его изменить, и я хочу, чтобы она этот мир меняла. Ну, давайте посмотрим еще. Вы знаете, вот, да, сильное, вы знаете, этот человек хотел бы с вами отношений. Вот первое его впечатление, что да, с этой женщиной я хотел бы отношений, я хотел бы с ней провести вечер, я хотел бы пригласить ее на свидание, потому что с ней интересно, она привлекает меня как женщина, она мне интересна, и я хочу развития, я хочу завтрашнего дня, чтобы встретить ее опять. Я хочу, чтобы побыстрее, знаете, как зашло солнце, наступил завтрашний вечер, чтобы я опять ей позвонил, чтобы я опять с ней встретился, чтобы я опять как-то продолжил с ней общение. Желание продолжения. Сильно понравитесь вы этому мужчине. И желание, чтобы и он вам понравился. Очень много будет думать о вас. Давайте посмотрим, как вам этот мужчина. Некая надежность идет от этого человека. Вы знаете, такая уверенность. Уверенность от этого мужчины идет. Вообще, вы знаете, такое ощущение первое, что он очень крепкий. Вот. Он, наверное, и выше вас, я бы сказала, и такой вот крепкий, вот и плечи широкие, и ваше впечатление, что я вот как стою рядом с этим мужчиной, вот как, ну и чувствую себя прям, ну вот, вот рядом с мужчиной, вот мощный, хороший такой большой мужчина. И да, он такой, знаете, с которым можно развивать отношения, с которым можно о чем-то общаться, можно развивать отношения, можно идти дальше, да, как-то идти рядом с этим человеком, идти за этим человеком, идти и развивать эти отношения. Есть желание развивать эти отношения. Я скажу, что вы увидите перспективу в этих отношениях. Да, этот человек вам понравится. Вам понравится ваше ощущение рядом с ним. Такое ощущение некой надежности, некой защиты рядом с этим человеком. Я скажу, что вы хорошо смотритесь в паре с этим мужчиной. Такая ненадежность, во-первых. Во-вторых, я скажу, что здесь есть определенный достаток. Вы чувствуете, вы видите, что на этого мужчину можно и положиться. Этот человек определенно имеет какой-то и капитал. И вы рядом с ним как-то чувствуете себя просто уверенно, да?
уверена в том, что я нравлюсь этому мужчине, во-первых. Уверена, что я хорошо себя чувствую рядом с ним, мне рядом с ним приятно, я хочу находиться вместе с ним. Да, мне этот мужчина нравится, я хочу развивать эти отношения. Ну да, девочки, да, он привлекает меня, он мне нравится, он мне нравится. Я вижу, что я нравлюсь ему. Но я скажу так, ему нравится моя внешность, но еще как-то я скрываю пока что себя, какая я внутри. Я пока что себя не показываю, да? Я показываю то, что я хочу показать. Пока что я не показываю, какая я внутри. Ну, то есть... Но есть возможность, что, возможно, этот мужчина именно то, что мне нужно. И, возможно, нас свела судьба, дабы быть счастливыми. Ну, вот такой вот у нас расклад. Ну что ж, давайте посмотрим, что же ждет дальше эти отношения. Что же ждет дальше эти отношения? Что же ждет дальше? Ну, я скажу, девочки, мужчина очень настроен эти отношения развивать. Развивать, идти в будущее и строить будущее с вами. Настроен вот как-то... Вы знаете, это какой-то шанс от судьбы. Вы не зря с этим человеком встретитесь. Не зря. Это как некий шанс от судьбы встретиться вам. Дабы начать что-то новое в своей жизни. Этот мужчина будет считать некой победой в своей жизни, неким достижением вообще в своей жизни, что он встретил вас, некой удачей в своей жизни, что он встретил такую женщину. Это какое-то начало, начало какой-то новой истории, новой главы вообще в вашей жизни, новой истории в вашей жизни. Знаете как? Судьба дает шанс на что-то новое, на новые чувства, на новые эмоции, на новое начало вообще. Что ждет эту пару? Десяточка пентаклей. Какой-то подарок от судьбы, вы знаете, серьезные... Ну, десятка пентаклей, вы знаете, какой-то, какой-то как праздник, новые какие-то чувства, новые эмоции, возможно, давно забытое что-то вами, как всхлынет. И десятка пентаклей – это серьезные отношения, очень серьезные. Судьба как дает, как знаете, некий клад, некое сокровище вам. Воспользуетесь ли вы этим сокровищем, да? Воспользуетесь ли вы этим фениксом? Возродитесь ли вы вместе? Потому что этому мужчине вы нужны еще больше, чем он вам. Вы нуждаетесь друг в друге, потому что по отдельности вы не сможете эту десятку пентаклей соорудить. Только вместе вы должны начать вот этот новый путь и воспользоваться этим шансом от судьбы. Ну, девочки, солнце – это перерождение и приход к новому, к лучшему, к счастливому, к этой вот десяточке пентаклей.
Ну, девочки, мужчина желает быть императором вашей жизни, желает занять главную роль в вашей жизни. И ваши отношения, они могут принести много счастья, много тепла и радости в вашу жизнь. Вот такой вот у нас был расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем встретить свою любовь, прийти к настоящему счастью в своей жизни. И пусть сила любви изменит вашу жизнь к лучшему. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рада. Всем всего самого лучшего и до новых встреч!